понедельник в Самарской области также пасмурно, осадки в виде дождя, днем 12-15 с плюсом, ночью 11-13 выше 0, северо-западный ветер, скорость 5-7 метров в секунду, порывы до 12. В Сызрани тучи, плюс 15 днем, ночью плюс 12, ветер северо-западный 5 метров в секунду. В Тольятти пасмурное небо, осадки в виде дождя, температура воздуха днем плюс 13, ночью плюс 12, северо-западный ветер 6 метров в секунду. В Самаре пасмурно и дождь, днем плюс 13, ночью плюс 11, западный ветер 6 метров в секунду, атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба, влажность воздуха 45%. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.